Сегодня мы создаем образы, вдохновленные работами фотографов Петера Линдберга и Стивена Мейзела. В 80-е топ-модели носили объемные прически, которые делали их похожими на кукол Барби. 90-е стали эпохой минимализма. А мы создаем современные элегантные прически. Уложили волосы на бок, пробора вообще нет. Пряди просто уложены на одну сторону. У некоторых девушек короткие волосы. Им мы сделали немного мальчишеские прически. Уложили волосы так, как это обычно делают мужчины. Вот и все. Образы в этом сезоне достаточно лаконичные. Макияж для показа новой коллекции Ульяны Сергиенко вдохновлен топ-моделями 80-х. Линда, Наоми, Кристи — вот наши музы. Что касается палитры макияжа, мы отдали предпочтение нюдовым оттенкам. Мы вдохновились естественным здоровым тоном кожи. Поэтому румянец в этом сезоне натуральный. Не розовый, не персиковый, а скорее бежевый. На веках моделей мы нарисовали черным лайнером кошачьи стрелки, а на губы просто нанесли немного блеска. Сегодня мне предстоит выйти на подиум третий. Мой образ состоит из розовой блузы с богатым декором и юбки с завышенной линией талии. На ногах туфли черного цвета. Есть, конечно, и аксессуар – причудливые серьги. Выглядят как колокольчики. По-моему, новая коллекция просто потрясающая. Мы находимся в старинном цирке в центре Парижа, и эти декорации идеально подходят к театральным утонченным нарядам. Креативный директор вдохновлялась топ-моделями 90-х, которыми я так восхищаюсь. Всем привет, меня зовут Эстелла Боэрсма, и вы смотрите телеканал World Fashion. Мой образ — черные брюки и синий жакет. Счастливо выйти на подиум в таком элегантном наряде. Сегодня мы словно перенеслись в мир волшебства и магии. Ульяна Сергиенко создала атмосферу Хэллоуина на русский лад. Когда я вижу эти наряды, вспоминается народный праздник Иван Купала. Я выйду на подиум в платье из полупрозрачной черной ткани с интересным флористическим декором. Поверх него темно-серое пальто. Чувствую себя как птичка. На мой взгляд, новая коллекция Ульяны Сергиенко великолепна. Время словно повернулось вспять. Девушки выглядят как топ-модели 90-х. Макияж выдержан в стиле того времени. Длинные ресницы и яркий маникюр. В общем, коллекция очень сильная. Мы просто влюбились в это волшебное место. Атмосфера старого цирка поддерживает настроение коллекции и будто переносит нас в прошлое. Лучших декораций для показа и представить невозможно. Коллекция мне очень понравилась. Ульяна Сергиенко каждый раз нас удивляет. Она выбрала свой путь, свою линию и придерживается ее. При этом дизайнер постоянно развивается и создает интересные, красивые и нисколько не скучные коллекции. Несколько изысканных нарядов из новой коллекции Ульяны Сергиенко обязательно пополнят мой гардероб.